В Люберцах состоялся семейный новогодний фестиваль. Жители города могли всей семьей принять участие в мастер-классах, конкурсах и выступлениях с творческим номером. Подробности в материале нашего корреспондента. Семейный новогодний фестиваль проходил в Люберцах впервые. Это инициатива молодых мам-общественниц, реализованная при поддержке Союза женщин Подмосковья. Цель этого фестиваля – познакомить семьи, да, объединить, создать такое новогоднее настроение. Потому что у нас в Люберецком районе очень много всевозможных организаций, да, которые работают с детьми. Психологи, фотографы, лингвисты, подготовительные школы и творческие кружки. Здесь, на фестивале, организации, которые работают в нашем регионе и хотят сделать для населения что-то полезное. И главная идея организаторов – бесплатная. Идея возникла относительно недавно. Я познакомилась с Аней, и мы решили сделать что-то такое семейное, в духе Нового года, теплое, уютное, бесплатное, да, чтобы дети пришли, веселились, отдыхали вместе с родителями, проводили свой семейный досуг как-то по-новому. Детям, очевидно, такая идея по вкусу, особенно сладкие угощения и возможность проявить свои творческие способности. Я делаю для елки, Деда Мороза сделала, чтобы повесить на елку на Новый год. Финальный аккорд новогоднего фестиваля – вручение благодарственных писем организаторам и участникам. Уже решено сделать этот проект традицией и в следующем году провести семейный праздник с еще большим размахом. Яна Яковлева, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение.